На заседании, где избрали меру пресечения, Елена Каримова сказала, что на преступление ее толкнуло отчаяние. Девушка осталась в одиночестве и без поддержки мужчины не могла обеспечить своим детям достойную жизнь. Тем не менее, родственники подследственной продолжают надеяться на то, что дети живы, и настаивают на том, что произошла чудовищная ошибка. Мы в это не верим. Она любящая мать. Как она могла убить своих детей? Что произошло, мы не знаем. Мы не верим никому. Друзья Елены считают, что если девушка и решилась на убийство, то совершила страшную расправу над собственными детьми из-за помутнения рассудка. Лена очень любила детей и хотела дать им все самое лучшее. Но средств не хватало, ведь бывший муж не помогал. Мама Лены больна, у нее серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому оставлять Хадижу и Сулеймана с бабушкой она также не могла. Конечно, все это угнетало Лену. У нее часто менялось настроение. Она могла грустить, а могла раздражаться по пустякам и плакать. Если она действительно совершила убийство, то из-за помутнения рассудка. Все остальное она совершила, боясь тюрьмы. Я уверена, что следствие во всем разберется. И если вина Лены будет доказана, ее следует лечить. Напомню, по решению суда Елену арестовали на 2 месяца.